Вот-вот распустятся и тюльпаны. Друзья мои, вы на канале Галины Радости. Я вас приветствую в сегодняшнем новом дне. Желаю вам счастья и радости. И хотела показать вам, как я украсила свою рябинку. Посмотрите, какая красавица. Я очень люблю это дерево. Очень. А в преддверии праздника, ведь приближается вербное воскресенье, хочется радости. Вот так я украсила. Русская православная церковь встречает вербное воскресенье. А через неделю потом наступит и Пасха. Но а в это воскресенье так совпало, что католическая церковь и несколько православных церквей будут отмечать Пасху. А так как в моей семье есть и католики, и православные, то праздник у нас начнется и будет продолжаться. Самое главное, чтобы все были здоровы, всем мира, счастья, благополучия, Божьей милости. По милости Божьей все у нас будет. Вот так распускаются тюльпанчики. Конечно, апрель у нас в этом году такой поздний. В прошлом все цвело, а сейчас еще только набирают свою зелень и свой цвет. А тут еще и холода были, снег, как вы знаете. В общем, вот так. Но все равно, все хорошо. Дождемся и цвета, и тепла. Но днем-то у нас и так тепло, я скажу. И вернемся вот к нашей рябинке. Мы все знаем, что это связано с юлианским, григорианским календарем. Вот это расхождение. Бог един. Ну а праздники об этом, о вербном воскресенье, каждый из нас знает с детства. Ну а светлое воскресенье, конечно, знаем все-все мы. Вот такая красавица. Она высокая у нас, ну конечно, туда я не дотянусь. Вот так украсила. Всем доброго, светлого дня. Вот даже сюда повесила я яйца. Ну пусть висят, красиво же. Как мне нравится, что у нас много птиц. Так хорошо напевают, распевают. Наше дерево. Вот-вот распустится. Тюльпанчики.
все рассадила, что было. Счастья в новом дне всем вам, друзья мои хорошие. Рассадила огурчики свои. Они были в таких маленьких, знаете, контейнерах, совсем маленькие. Ну и вот, не знаю. Какие-то получше, какие-то послабее. Ну что теперь? Вот так. Это такие маленькие огурчики. А этот совсем маленький-маленький, но не стала выбрасывать. А вдруг? Кто его знает? Вот здесь у меня два огурчика, вот эти, этот и этот. Это длинные огурцы. И цукини. Мы много не садим. Мне еще сестра подкинет огурчиков. Тепличка у нас небольшая. С одной стороны сажу огурчики длинненькие, с другой коротенькие, маленькие огурчики. С одной стороны 10 кустиков, с другой стороны 8 или 6, ну как получится. Вот так. Вот такой перчик в такую емкость посадила. Все такие банки разношерстные у меня. Ну да ладно. Вот так. Конечно, девочки, с вашей рассадой не сравнить. Я помидоры не выращиваю. Вот иногда огурчики, а помидоры сестрица выращивает. Вот, рассадила еще цветочки. Нужно мне только развесить в те места, которые я приглядела. Сегодня такой солнечный день, такое ощущение, что вообще у нас больше холодов не будет. А холод-то еще к нам придет, да. Сейчас на солнышко я их определю немножко. Вот в Аделечкином ящичке земельку взрыхлила. Сюда цветочки еще посажу. Ставеньки. Ой, откроем, что тут у нас в домике в ее. Вот, в ее домике. Все в порядке. Через окошечко заглядываю. Вот так вот. Нашей девочке свой домик. Вот. Ну пусть оставлю ставинки открытыми, пусть проветривается. Вот так. Вот нашла этим цветочком здесь место. Будут вот как перед входом вот здесь в беседочку. И цветочки. А этому здесь нашла место. Вот так будет из окошечка. Вот таким, вот такой цветочек. А этим цветочком вот здесь место нашлось. Распустятся, когда будут свисать красиво. А сейчас, конечно, еще в таком. Ветер у нас поднимается. Вот и Аделечки посадила. Она на каникулах сейчас.
Дома ее нету. Поехала в гости, гостить на море. А сейчас, друзья мои, мы вышли с вами на балкон, и я хочу показать, как высадила в ящичке свою герань. Я делаю это каждый год. Это герань свисающая. Мне она очень нравится и будет украшением нашим. Видите, какие красивенькие. Кустики еще, конечно, слабенькие, но я точно знаю, что силу свою они наберут и будут в полной красе. А когда я рассаживала петунию, то несколько кустиков, пару штучек у меня осталось. Вот сюда я их воткнула. Вот петуния одна. И здесь петуния. У меня таких ящичков на балконе два. Сейчас покажу второй ящичек. Вот он, второй. Цвет, обратите внимание, какой красивый, алый. И вот малиновый цвет. Тоже такой красивенький. Здесь тоже у меня одна петуния. И вот здесь одна петуния. А эта геранька еще только набирает свой цвет. У нас еще ночи будут холодные. На следующей неделе даже будет минус один. Кажется так, что вот днем 15 градусов, а ночи-то еще достаточно прохладные. Покажу я вам грушу. Вот такая, думаю, что к концу недели ее бутончики полностью распустятся. Вот такие вот цветочки у меня. Вот роза такая красивая. Днем уже можно даже кофе пить на балконе, потому что солнышко яркое-яркое. Но в 6 часов, если выйдешь, то чувствуется холодок.